образована в 1743 году Хаджи Челеби ханом. Ну, я вам уже давал информацию об этом человеке. Сейчас же мы с вами находимся во дворце Щекинских ханов. После того, как Щеки обрел, скажем, свою независимость. Первым независимым государством на территории Азербайджана, первым независимым ханством был... Сейчас я постараюсь, а нам дура хрестен. Так, ставим лошадь.